Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня у нас приложение, которое называется Reverse Teasering. Приложение состоит из двух файлов, убеждаемся в том, что у нас не подключена никакая сеть, и запускаем сервер на персональном компьютере. Видим, что девайсы пока не обнаружены, теперь нам необходимо подключить свой девайс по USB к персональному компьютеру. Подключаем и дожидаемся, пока произойдет соединение. Смотрим на наши сервера, один девайс обнаружен, один девайс соединен. Теперь, немножечко у меня здесь в видео произошла задержка, мои извинения. Нам необходимо запустить программу на своем Android устройстве. Разрешаем, подтверждаем соединение и запускаем саму программу клиент APK файл. Смотрим, есть у нас подключение, все соединено. И теперь посмотрим, что нам предлагает данная программа. Во-первых, изюминка то, что оно не требует root-прав и работает со всеми устройствами. Вот у нас уведомление о том, что подключено. Подключение, как вы видите, сторонних нет ни Wi-Fi, ни по мобильной сети. Открывается Play Market, работают все приложения. Единственный минус в том, что не запускается встроенный клиент YouTube, но выход из этого положения можно найти, открыв YouTube через веб-браузер. Работают все соединения, грузятся картинки. Я проверил работу соцсети, работает ВК, Одноклассники, кому будет интересно. Скачиваются картинки, все скачивания идут из браузера. В общем, вы не будете ощущать никакого дискомфорта. Но вот, как я уже говорил, YouTube, к сожалению, не работает. Показывает, что нет соединения, но есть root, можно установить дополнительный модуль Exposed, который называется Wi-Fi Fake Connection. Об этом я не буду рассказывать, потому что я думаю, что основная масса людей, которые не имеют root доступа, они не будут пользоваться Exposed. Перейдя на YouTube в браузере, вы сможете открыть любую страничку, только при запросе вам необходимо выбрать открывать для этого действия, к примеру, использовать любой браузер, в моем случае Chrome. В некоторых случаях соединение первое через Chrome будет довольно-таки длинным. Вот сейчас у меня здесь Connect не произошел. Немножко надо будет подождать, пока подгрузится полный сайт. Потом все при последующих подключениях будет работать нормально. Вот здесь вот у меня была небольшая задержка. Перезагрузить достаточно будет страницу, и YouTube открывается через браузер, все великолепно просматривается. Но вот сейчас будет видно. Проверяем соединение. Программа работает всего 10 минут, потому что, как я уже говорил, она платная, и через 30 минут вы снова на 10 минут сможете подключиться. Вот у меня сейчас идет перезагрузка. Немножко подождите, то, о чем я говорил, что первое подключение, оно бывает довольно-таки долгим. И еще раз зайдем. Я выбрал любой произвольный канал. Дождитесь, пока прогрузится полностью, потом вы сможете запускать любой ролик. Я уберу звук, для того, чтобы не возникло проблем вот с этим вот каналом. Все открывается в полноэкранном режиме, то есть обычное соединение, которое вы сможете использовать без роутера. В конце будет видео о том, как я это делал. Ну, снял я так со стороны, сделал несколько видео. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!